Подготовка была упорная, да, мы тренировались 2-3-2 раза в неделю, это основные тренировки, и остальные, ну, еще 3 раза в неделю еще дополнительно занимались у себя в клубе. Ну, подготовка была очень насыщенной, мы план, конечно, не получилось выполнить, но мы старались и подходили к турниру очень на таком... Старались на одном дыхании подойти к турниру, чтобы все было здорово и осуществить все свои планы. Ну, как в каждой ситуации, в каждом бою, есть какие-то огрешности, да, которые нужно избавляться. Вот, будем работать. Первый поединок у меня был с парнем из клуба «Титан», да. Ну, понятно, квалификация ниже. Я выполнил его досрочно, ну, победил противника. Люблю бороться просто, поэтому так получилось. Второй был бой, я уже бился, Колпаков Илья, да, вот тоже парень очень жесткий, но я знал уже, как он работает, поэтому я с ним работал, поэтому знал тактику и старался двигаться больше, чем оппонент. Я постараюсь не разочаровать клуб, своих болельщиков, ребят, и достойно выступать на чемпионатах.